100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Telegram по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. 10 757 рублей баланс на форс-дропе на одном из самых окупаемых кейсов по CS2. И сейчас мы вместе с тобой будем делать контент, делать грязюку. Потому что сейчас с 10 тысяч рублей я хочу дойти до самого максимально дорогого кейса. А это, если я не ошибаюсь, ультра голд. 1000 от 100 тысяч рублей за одно открытие. Честно, я думаю, у нас может получиться. Потому что форс-дроп в последнее время невероятно жестко окупает. Поэтому давайте сразу, перед тем, как мы еще не начали, если ты когда-то зайдешь на этот сайт, форс-дроп дает бешеный бонус, если ты используешь промокод Predator. А именно, 40% на абсолютно любой депозит. Прикинь, просто ты закидываешь 1000, приходит 1400. Закидываешь десятку, приходит 4000 рублей бонусов. И чтоб ты понимал, это самый большой процент пополнения, который только есть. И помимо того, что он дает тебе плюс 40%, он тебе еще и окупит. Поэтому обязательно используй его, пополняй. Ну а мы приступаем окупаться. И давайте так, начнем что-то пониже открывать, потому что вот самые низкие кейсы, вот которые внизу, их я открываю меньше всего. Что-то примерно наподобие, вот в районе 1000 рублей больше. Сильно хотелось, я не знаю, какой-нибудь кейс такой, типа, знаешь, вот одно открытие, чтобы стоило 1000 рублей. Сколько много кейсов здесь, смотри просто. Ну давай eSports, о, давай сразу сходу браво. Просто браво, классический кейс. Ну, это что-то наподобие, обычного кейса из CS-ки, то есть он перенесен на сайт, тут уже шансы получше, и здесь реально что-то можно выбить. Опять же, сказал я выбить, сейчас не дай бог. Почти нож, все проиграем. Чистая вода почему-то помечает ее. 6000 рублей, 11, отлично. Для старта плюс 3000 рублей с первого кейса, это просто замечательно, хорошо. eSports, давай тогда попробуем подкрывать всю коллекцию, которая здесь. Ну, относительно дороже, давай возьмем 300 рублей, чтобы вы понимали, что чем больше, чем 300 рублей, хотя бы есть смысл. Потому что если сейчас мы начнем открывать кейсы по 50, по 100, а они здесь так и стоят, то мы мало того, что не окупимся. Ни хрена себе, вы видели, что он мне выдал? 500 рублей? Обалдеть. То есть весь дроп, который он нас окупил с кейса предыдущего, он сейчас подслил. Что ж, eSports 2013, поехали, может быть, он нас окупит. Может быть, может быть. Вот, вот так вот смотришь, вообще не понимаю, где здесь хорошие скины. 2000 рублей. Мы сейчас просто все слили. Вы прикиньте, по-моему, мы ошиблись, когда пошли в эту историю. Ладно, попробуем коллекцию Dust 2. Тут, кстати, золотая арабеска падает. Кстати, чтобы вы понимали, клянусь, мой подписчик с вот этого кейса выбивал золотую арабеску за 100 тысяч рублей. Он мне говорил об этом на стриме, я сначала не поверил. Он мне просто видос скинул в ВК. Но это было где-то около 3 месяцев назад. Но самое главное, что это было. Я также потом заходил и открывал вот этот кейс и открывал его много раз, но золотая арабеска мне не падала. Ну и UMP градиент мне не падал за 6000, а сейчас упал, отлично. Я думал, все. То есть сейчас я на полном серьезе думал, что все, мы пооткрывали уже кейс, я думал, мы проиграем сейчас и просто... А-а-а, арабесочка моя! Прикинь, сейчас бы еще раз выпала. Пиксельный камуфляж, оранжевая нолис, 3200, это окуп 7000, прикинь, какая эмоциональная качеля. То есть у нас только что на ровном... Опа, подожди. Хансман кейс 5200, поехали. Только что на ровном месте у нас было 8000 рублей, потом 11, потом 2000, сейчас уже 8. И по сути тут вот на форс-дропе все вот так вот может произойти. И мы сейчас решили подкрывать 3500, 3500, 1200, 10900, просто вдумайся. И теперь баланс тренажка, 13000 рублей. То есть сейчас, вот по факту, мы можем открыть что-то в районе косаря. Ну, например, что-то типа альфы. Вообще не знаю, что здесь дорого. Даже понятия не имею, но давай попробуем. Вот, вот прелесть таких кейсов, когда ты открываешь коллекции и Dust 2, ты не знаешь, что в них лежит. То есть ты знаешь, что там, там допустим, снежный вихрь, там быстро красок, калаши стоят дорого. Но когда тебе падает вот это, тут можно даже не смотреть. Вот он стоит 2000. Что это? 8300. И, кстати, мы окупились. При том, что я вообще не понял, что она выпала. Самое главное, мы окупились. И сразу сходу коллекция Cobblestone. Вот здесь я понимаю. Печаль дорого, чаша дорого, рыцарь дорого, история дракони дорого. 4 дорогих скина. Ну, это одна из самых старых коллекций, где лежит этот драгонлор. Поэтому давай попробуем. Прикинь, просто доллар падает.
Вот он, кстати, красненький, красивый. Красивый. Вообще ничего не выпало. Вот вообще, да? Хотя тоже 5900. Тоже, да, говорим, ничего не выпало, но 5900 при этом при всем упало. Так, коллекция Бэггит. Что у нас здесь? Путешественник. Кстати, вот первый класс. Дорогой калаш, я знаю. А путешественник, знаю, что дорогой, но ни разу не видел. Он такой, типа, стикерами обклеен. Как бы на картинках видел, а вот именно в КС-ке ни у кого никогда не видел. И здрасте, приехали. 4500. Так, подожди. Ну, 7800 сейчас на балансе. В принципе, мы можем попробовать поиграть прям супер агрессивно и что-то попушить типа вот таких коллекций чоп-чоп. Давайте. Что у нас здесь? Hot Rod и Галактика. Супер дорогие скины, поэтому можем открыть. Let's go. Ночь. Армейский блеск. Ну, изумруд, я даже не знаю, сколько это стоит. Но это стоит 7000 рублей. Так, давайте сделаем тогда апгрейд и попробуем сделать грязюку. Ребятки, у нас сейчас 8000 рублей. Давай попробуем сделать 16, я думаю, можно будет. Если 16 будет, это хотя бы небольшой старт для следующего ролика, где мы пойдем до 100 тысяч рублей. Проиграем, ничего страшного, просто возьму, выведу. Поэтому, ну, выведу как бонус использую, отобьюсь и обязательно выведу. Поэтому поехали. Надо. Стоп. Ну ты прикинь. Ну ладно, у нас 5000, поэтому мы попробуем с бомжа до ножа сделать следующую рубрику и откомбэкать. А ты обязательно поставь лайкосик, и если будешь играть, используй промокод Predator, самый окупаемый и самый большой процент на пополнение.